последние 2 года мы увеличили нашу реализацию, если говорить о рознице, более чем в 4 раза. Соответственно, к сожалению, четких статистических данных нет, но по нашим предположениям на сегодняшний день наша доля рынка составляет более 10%, ориентировочно 12-13% доля рынка в Санкт-Петербурге и области. В течение этого года также мы планируем к строительству новые объекты. Помимо этого, внимательно рассмотрим на рынок, если есть какие-то предложения от небольших компаний, которые оптимизируют свой бизнес и которые подходят нам по локации, мы, конечно, рассматриваем все эти предложения, возможно, будут какие-то покупки. До 2020 года наша сеть должна вырасти от сегодняшнего дня еще более чем в 2 раза. И в основном предложения получаем от частных маленьких компаний, которые осознают, что на рынке с 1-2 заправочными станциями им выживать очень сложно. Согласно последнему исследованию, независимая компания исследовательская проводила наш рынок, и мне очень приятно отметить, что наши клиенты позиционируют нас, сравнивая с такими премиальными сетями иностранными, как Nesta, Statoil, Shell. Соответственно, мы конкурируем, стараемся войти в зону средней и выше среднего, ближе к премиальной. Конкуренция на рынке очень высока, в отличие, допустим, от сибирских регионов, где наша компания изначально занимала лидирующие, ведущие позиции. Здесь нам приходится действительно воевать за рынок. Тем более, что из всех основных крупных компаний, Винков, мы последними появились на рынке Северо-Запада, поэтому здесь нам приходится действительно с боем свою нишу занимать. Мы работаем только с собственным топливом, в основном получаем из Ярославского московского завода, но бывает так, что, скажем, когда объемы очень большие, здесь на северо-запад у нас всего 2 завода, иногда из Сомского завода, но только со своим. Доля брендированного топлива от соотношения с обычным 95-м бензином составляет более 20%, если быть точным, то есть порядка 24%. И в настоящий момент мы рассматриваем очень серьезно расширение этой линейки, возможности также брендированного дизельного топлива, но пока вот у нас его нет. И в принципе я скажу, что потребители, которые попробовали действительно, то есть эффект от использования брендированного топлива, они с удовольствием переходят на топливо. Оно предназначается для всех автомобилей, которые пользуются 95-м бензином. Добавляется присадка прямо на нефтебазе, то есть промышленным способом, через нашу систему смешения. И присадка, если так немножко в химию углубиться, суть этой присадки, там присутствуют такие вещи, как ингибиторы коррозии, то есть она уменьшает трение, она уменьшает износ, то есть почти, процентов на 12-15 уменьшает отложение на клапанах. То есть, в принципе, это чистящая, моющая присадка, которая заботится о двигателе и обеспечивает ему более долгосрочный срок эксплуатации. С каждым годом востребованность магазинов на заправочных станциях со стороны клиентов, она значительно растет. Соответственно, люди, они предпочитают по дороге домой делать какие-то необходимые покупки. Соответственно, конечно, не на неделю, но на вечер поужинать, с утра выпить чашечку кофе. И скажу так, что на сегодняшний день, наверное, доля магазина составляет в общем, скажем так, доходе от бизнеса более 10%. Это очень хорошие цифры. И эта доля растет, в частности, в городской черте. Уже станции без магазина, станции старого формата, маленькие, как это вот было 15-20 лет назад, они в принципе не воспринимаются, и клиенты просто там даже не заправляются.